Я столько раз показывал вам, как выглядит снаружи церковь Салюты, храм здоровья, что настало наконец время один раз заглянуть и увидеть, что у нее внутри. Внутри у нее, по сравнению с экстерьером, надо сказать, ничего особенного. Потому что это такая круглая церковь. Вот ее высокий купол, с которого свисает до самого почти пола здоровенная люстра, чтобы не сказать паникадила. Здесь расположены статуи ветхозаветных святых и пророков. Царь Давид, Иеремия, Иезекииль, Осия. Здесь росписи Луки Джордана в каждой нише. А там впереди ризница.